Всем привет, друзья! Саня здесь. И сегодня я проверяю рацион питания и тренировок Джеймса Хардена. Перед тем, как отправиться в магазин, чтобы закупить необходимые продукты для его рациона, я немного расскажу о нем. Джеймсу Хардену сейчас 31 год. Он родился в Калифорнии 26 августа 1989 года. Он рос в округе Лос-Анджелесе в Комптоне, печально известном своим большим уровнем преступности. И лучше бы туда попали вот в этот черный район мои соседи, которые уже задолбали с утра сверлить. 9 часов утра они сверлят постоянно. Его отец военный моряк Джеймс Харден-старший. Часто отсутствовал дома по долгу службы. Поэтому воспитанием трех детей занималась мать. Моня Уиллис. Рост у Джеймса Хардена такой же, как у меня. 195 сантиметров. Вес чуть-чуть больше, ну, не чуть-чуть, на 10 килограмм. То есть его сотка, у меня 90, соответственно. Харден является одним из самых многооплачиваемых спортсменов. Его доход в год составляет 145 миллионов долларов. Блин, это... Прозвище «Борода» к нему пришло от его фанатов. Он не бреет бороду, потому что банально ленив. Он сам об этом признается в своих интервью. Ну, в принципе, все сказал. Если что-то забыл, буду говорить по ходу. Погнали в магазин покупать необходимые ништяки. Let's get Делаю вид, как будто я разбираюсь, как выбирать дыню. Хоть зачастую Джеймс Харден придерживается строгой диеты, но иногда, как и у всех, в принципе, у него случаются отклонения от нормы, и он употребляет пивас или какие-то шоколадные коктейли или смузи. В основном рацион Джеймса Хардена состоит из здоровой еды, из яиц, курицы, спагетти, которую мы сейчас закупим. Let's get it! Ребята, я частый гость в отделе с соусами и пастами. Вот. Лучше всего готовить пасту, которую я буду брать сегодня на приготовление макарон, делать самому. Но лучше всего вообще отказываться от паст, ребята, от соусов. Это ничего хорошего вам не принесет. Ну что, ребятки, закупили все необходимое, идем на кассу, расплачиваемся, подсчитываем и подведем итоги. Ну что, ребят, я вернулся с магазина, закупился вот этими продуктами. Все у нас получилось по чеку на 400 гривен. Это в районе 15 долларов. Скажу так, все продукты, допустим, яйца, сегодня мы будем использовать всего лишь 3, а здесь 6. Дыня, мы будем использовать половину. Макароны, митболзы куриные, булки. Да, в принципе, все продукты можно разделить на половину. Хардену достаточно всего лишь половину вот этих продуктов, чтобы содержать свое тело в отличной физической форме. Делим цену пополам и получаем, что на день Хардену нужно всего лишь 10 долларов, чтобы питаться правильно. Тем более, еда здесь довольно классная. И, ребята, судя по тому, что сейчас находится у меня на столе, я сделал выводы, что я могу съесть его рацион за час. Ну, здесь не так много калорий. Чтобы это растягивать на целый день, все продукты выглядят очень классно. Давайте же я их приготовлю, чтобы показать, как выглядит дневной рацион Джеймса Хардена. Погнали! Начнем мы, пожалуй, из завтрака, который включает в себя яйца, 5 слайсов бекона, дыню и йогурт. We'll be right back.
Первый прием пищи я приготовил. Дальше Харден идет на тренировку, после которой следует протеиновый коктейль. Второй прием пищи подразумевает у него 2-3 фрикадельки со спагетти в томатном соусе. Прием пищи номер 3 состоит из жареной фасоли, куриной грудки и 2 ломтиков черного хлеба. Будем использовать сразу 2 куриные грудки, потому что она нам понадобится для вот этого приема пищи и для ужина. Сначала мы их помоем, потом отправим в духовую печь. Let's get it! Короче, рецепт такой. Мы сначала добавляем туда немножечко, буквально, сметанки, солим. Дальше мы перчим чуть-чуть, буквально, бам-бам-бам, для вида. И отправляем в духовку. Пока курица у нас запекается, мы займемся приготовлением бургера и салата на ужин. Ну что, друзья, представляю вашему вниманию полноценный рацион Джеймса Хардена на целый день. Но я же попытаюсь его съесть всего за 1 час. Сколько времени понадобилось бы вам, чтобы осилить вот это вот все? Напишите в комментариях. По сути, я не кушал со вчерашнего дня, где-то с 8 часов, поэтому это все осилить будет не так уж сложно. Я думаю так. А может быть и нет. Время пошло. Бам. Мне самому интересно, за сколько я это все попробую истребить. Начнем с завтрака Хардена. Оно состоит из яиц, бекона, дыни и йогурта. Я думаю, это будет легко. Хотя, ну это не точно. Если любишь яйца с беконом, ставь лайк. С учетом того, что сейчас 3 часа дня, а я последний раз ел вчера, то оно будет намного вкуснее, чем обычно. Я думаю, мне удастся съесть все. Помню, в детстве смотрел передачи, как парни ели на скорость больше 10 тысяч калорий за раз. И я всегда удивлялся, как у них это получается. А сегодня так получилось, что я это все делаю сам. Шикарно. Конечно, здесь не 10 тысяч калорий, где-то 4. Я думаю, где-то 4, может больше. С яичницей мы все. Переходим к дыне. Дыня, да? Дыня. Дальше идет же дыня. Так как это часть завтрака Хардена. Дыня с йогуртом. Первый ушел. Не то чтобы я спешу, я просто реально голоден. Это по сути пол огромной дыни. Это может чуть-чуть меня затормозить. Вот. Наверное, я оставлю их на потом и перейду к более тяжелым вещам, таким как паста. Но я вернусь сюда. Вот это оно, то, что нужно, я считаю. Как раз в обед есть обед. Это логично. Прошло уже 6 минут.
Паста получилась очень вкусная. Сначала я приготовил митболзы, добавив потом томатную пасту и объединив с макаронами. Довольно неплохой обед, я считаю. И относительно здоровая еда. Немного салата украдем из ужина. Паста ушла. И дальше мы переходим к бобам. Бобы, курица и черный хлеб. Let's go. Наверное, сделаем сэндвич. Сэндвич. Кстати, первый раз пробую жареные бобы. Американцы их любят, а я пробую первый раз. Из того рациона, что я делал со Стефаном Кари, я вынес очень классный рецепт сэндвича после тренировки, который он ест. Две булки, арахисовая паста и джем. Клубничный или черная смородина, просто пушка. С молоком зашла ягдита в школу. Йогурт ушел. Полчаса, 30 минут мне понадобилось, чтобы осилить почти весь его рацион. Осталась одна порция, и надеюсь, вы меня не осудите, чтобы я ее сохранил и съем я ее после того, как вернусь с тренировки. Фух, только перед этим полежу, наверное, часа 3-4. Здоровая еда. Поэтому ее много, поэтому она сложно идет. Если бы это были только бургеры, то 4000 калорий не составило бы труда съесть. Я иду отдыхать, после чего отправляюсь в тренажерный зал. Встретимся там. Ух.
Плотно перекусив, я отправился спать, и мне не удалось заставить себя даже спустя 6 часов пойти в зал. Я это сделал только на следующий день и провел полноценную 3-часовую тренировку Джеймса. Данная тренировка меня очень сильно удивила и порадовала тем, что некоторые упражнения я даже не видел и не делал никогда в своей жизни. Все началось с динамичной растяжки, которая предназначалась для растяжки мышц и разогрева нервной системы, которая включает в себя прыжки, разного рода растяжки подколенного сустава при ходьбе, растяжку квадрицепсов, новое упражнение для меня Франкенштейн, растяжка приводящих мышц и сгибателей бедра. Хочу напомнить, что у Джеймса Хардена 6 тренировок в неделю, а 7-й он проводит как обычный выходной, как все люди. После того, как я совершил множество упражнений на разминке, я должен был приступить к упражнениям на активацию мышц кора, по мнению тренера самого Хардена. Я сделал 3 упражнения, которые раньше до этого никогда не делал и не использовал в своих тренировках, но теперь включу, потому что они мне очень зашли. Такое упражнение, как евростеп с резинкой, я никогда не делал до этого. Главная суть заключается в том, что ты должен прессом удержать позицию. Допустим, ты прыгаешь вправо и удерживаешься ровно. Ты должен не переклоняться ни вправо, ни влево. Или делаешь прыжок вправо, но там уже полегче, потому что резинка уже не так тянет. Следующим шло упражнение да Винчи, которое поначалу меня разочаровало, а потом приятно удивило. Казалось бы, упражнение простое, но делая ее правильно и добавив чуть-чуть больше веса, уже ощущаешь, что косые мышцы просто горят. Следующее упражнение с вот этой штангой необычной формы мне очень сильно понравилось, и как бы странно это ни звучало, я его раньше никогда не делал. Друзья, если вы хотите увеличить прыжок, набрать массу или подсушиться, я уже и набирал массу, и апнул свой прыжок, поэтому я могу помочь вам в составлении программы тренировок конкретно под вас. Поэтому ныряйте по ссылках в описании, пишите мне, и у вас будет прогресс. Вся тренировка построена на упражнениях для стабилизации и увеличения силы. Харден обладает отличной физической формой, и делать его тренировку сегодня было само удовольствие. Новые и разнообразные упражнения, которые удивили не только меня, но и людей в зале, они подходили ко мне и спрашивали, что ты делаешь. Я говорю, так надо, так надо. Подведем итоги дня. После того, как я вернулся с тренировки, а я уже снимаю спустя несколько дней, я съел ту обещанную порцию макарон с брокколями и курицей. Непонятно, почему я не захотел сниматься в тот день. Может, потому что меня сильно впечатлили все приемы за раз Хардена
съеденные мной. То ли погода такая, то ли луна не в Козероге, или какие-то другие факторы. Но уже случилось, как случилось. И надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то нажимайте на лайк. Обязательно пишите как можно больше комментариев. Я читаю все. А я очень сильно надеюсь, что вам понравился сегодняшний видос с Джеймсом Харденом. А с вами был Саня. Услышимся в следующих видосах. Пока.